Сегодня мы вместе с мамой пришли в торговый центр для того, чтобы выбрать моей подруге Милине подарок на день рождения. Ой, здесь я точно найду подарок Милине. Ой, как же мне нравится. Ой, как я хочу это. Хочу. Мама, купи, пожалуйста. Ой, мне все так нравится. Я, наверное, что-нибудь из этого и себе куплю. Ой, какие костюмы, я давно себе такое хочу. Мамочка, я еще такого зайчика хочу. Ой, как хочу. Смотри, как он классно мнется. У меня таких игрушек еще нету. Федя, я не могу тебе сегодня это купить. Да почему не можешь? Ну я ведь очень хочу. А я не пойду. Я никуда не пойду. Феденька, ты должен понимать, что так себя вести нельзя. Сейчас мы покупаем подарок для Милены, а потом выберем что-нибудь тебе. Ты же у меня хороший мальчик. Пойдем еще что-нибудь посмотрим, не плачь. Ура, я выбрал подарок для Милены. Я так рад, посмотрите. Ребята, извините меня, пожалуйста, мне очень стыдно. Я так плохо себя вел в магазине. Я больше так не буду. Но зато я выбрал очень классный подарок для Милены. Я надеюсь, вам он тоже понравился. Не ведите себя так же плохо, как я себя сегодня вел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!